Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем не кормить обезьян, ни в коем случае, потому что если обезьян покормишь, будет плохо, я так понимаю. Так, у нас начинается новый день, в котором мы должны купить еще, кстати, камер, а денег у меня на них нет, представляешь? А, два дня до оценки нужно купить 15-ю и 16-ю камеру. Хорошо, у нас должна появиться новая камера. Оружие замаскировано под гуманитарную помощь для Тобао. Шестая грань Хекса, самый популярный запрос в этом году. А отсюда можешь что-то выделять? Ультразвук мега-высокого разрешения уже здесь. Последняя жительница пенсионного возраста покинула город. Хорошо. Две камеры и деньги нужны. Две камеры и деньги. Так, а жрать нечего. Есть только фрукты. Давайте я их пожру, как бы без проблем. И все типа закончилось, да? Ладно, сон подождет, поспим попозже. Monkey Vision, поехали. Нам нужно узнать, где находится студия звукозаписывающая. Что за херь? Кукла. Книги. Лифт. Что происходит? Мужик застрял в лифте очень долго. Фигурка из ткани, пластика, бумага. Спокойно, где это? Так, письмо пришло, подожди, опять здесь. Добрый день, отдел компенсаций. Чем могу помочь? Ясно. Дороже транспортное происшествие, так, на страховая компания, нужно выяснить ее адрес просто. Да. Расход на лечение. Ага. Я оценщик одобрил, хорошо. Для подтверждения данных мне потребуется номер вашего полиса. Так, номер сейчас продиктуют. Если все в порядке, выплата поступит немедленно. Так, минутку, пожалуйста, подождите. Так, проверим ваше досье. И вам положена компенсация. Деньги придут в течение нескольких минут. Нет, это вам спасибо. И помните, благоразумие — лучшая защита. До свидания. Так, вот хорошо. Свежие продукты, да? Почти свежие. Еще подтверждают диски. Да блядь! Два по цене одного, сука! Твою мать! Ну где мне столько денег-то взять теперь? Так, давайте поработаем быстро где-нибудь сильно. Так, 12 долларов это мало. 25 мало. 30 долларов. 4 сутки. Так, окей. Куплю в 2 раза больше фруктов. Пока хрен с ней с этими камерами. Блядь, нам надо же выяснить адрес страховой компании и адрес этого мужика. Чё там, хозяйка уже приходит, что ли? Твою мать, что происходит? 39 бачей. Так, ладно, давай-ка... А я могу в долг зайти? В долг. 39 бачей, хорошо, вот так вот. Сколько получится? 24 фрукта, нормально. 24 фрукта, это неплохо. Вот такой скидки надо было дождаться с самого начала. Сука, я что-то забыл про нее совсем. Что я жду скидок-то. Что происходит? Так, умираю, окей. Бляха. Ладно, поехали узнавать про адрес. Страховая компания, окей. Кто там? Что там? Спокойно. Что там? Где там? Блядь. Но на нового ничего не говорит. Мы все, что нужно, все уже выяснили. А, это я, Элис, окей. Так, Кесади. Для отелей Кесади. Группа отелей. Происшествие рассказал журналист, известный критикой Уокера. Это не то. Полис, хорошо. Смотри-ка, полис плюс страховая компания. Полис плюс компенсация. Блять. Так а здесь ничего нельзя найти просто из всего вот этого. Компенсация происшествия.
Компенсация полис мы искали. Происшествие полис. Полис Кесади. Полис Эрис. Рифмуем. Происшествие Кесади. Компенсация Кесади. Благоразумие Кесади. А, милое благоразумие. Хорош. А, потому что благоразумие лучшая защита. Позвоните нам. Отлично. Нашли уже, хорошо. Так, звонить. Звонить, поехали. Мы позвонили в Белое Благоразумие. Мы ведущая страховая компания Страды. Наши часы работы с 9 до 19. Спасибо за звонок и просить за неудобство. Бля, завтра нужно звонить. Хорошо, окей. Так, Милое Благоразумие. Блин, а нам нужно... Почему здесь адреса-то нет? Ладно, это мы практически выяснили, уже хорошо. Этот мне ничего нового не говорит, и на этого как бы... Бля, мне камеры надо купить. Ладненько, давайте поспим. Сколько времени-то? Давайте поспим, а ночью посмотрим, что происходит. Ночью, возможно, посмотрим... Блять, ночью найдем вас к оплачиваемой работе, потому что ночью, скорее всего, оплата труда будет поболее. Это логично. Плюс 45 отспались. Так, нормально, давайте. Давайте ждать. С куклой здесь что-то так до сих пор не так. Здесь ничего не происходит, в принципе. Здесь валяется мужик рядом с книжками, бутылками. У него кукла. Он в лифте застрял. Тут какое-то пойло, месиво, гадость, говно, что я не знаю, вот что это такое. Дальше. Продолжаем выяснять. У нас есть два задания. Сколько осталось на них дней? Спокойно. Спокойно, сколько дней? Бля, мы просрали яблоки. А, нет, заказали, нормально. Так, а клетка 13. Как называется здание, в котором находится клетка 13? Здание, клетка 13. Так, это давайте удалим. Здание из клетки 13. Есть, а я больно знаю. Лифт и кукла. Кукла и книги. Книги и лифт. Просто лифт. Просто книги. Набор печатных листов, спасибо. Спасибо, очень познавательно, спасибо. Ладно, круги на полях, где инопланетяне? Может быть, сегодня их и увидим. Хотя они больше, наверное, вряд ли прилетят. Нам нужно позвонить сюда. Позвонить сюда. Позвонить сюда. Свен с 9 до 20, хорошо, позвоним. Позвоним попозже, узнаем адрес и ответим на один вопрос. Второе, что делать с ебаным музыкантом? Как понять адрес, где находится эта хренотень? Нам же нужно понять, правильно, адрес. А подожди, мы просрали, что ли, уже? О, тьфу ты, мать. Нет, не правда. По какому адресу располагается клетка 10? Вот по какому адресу она может располагаться, серьезно, клетка 10. Пляж и сон. Это мы все искали друг с другом, да? Итан боль. Итан сострадание. Итан помощь. Солнечный берег. Это мы нашли. Так, свалка, солнечный берег. Свалка и Итанедж. Мы все искали? Нет, сейчас все перетыкаю. Так. Конец представления Итанедж. Но это статья будет, да. Итанедж, плакат. Ага, гитары Итанедж. Хорошо. Нам нужно узнать, где находится его ебаная звукозаписывающая студия. Неужели это так трудно? Неужели это так сложно найти звукозаписывающую студию? Серьезно. Песок и пляж. Песок и солнце. День чудесный. Давай пойдем поработаем за дорогие деньги. $25. Мало. $12. За час. А, давай, похуй. $12 сгодится. За час нормально. Тут, в принципе, где-то выходит за час реально по $12. Все. Все, что есть остальное, то выгоднее получается. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Растение фоб. Ой, блин. Какая-то странная трава. Ничего не происходит ночью. Представляешь, ночью лучше работать получается. 0-6 часов. Здесь я уже просрал все опять, да? А, бля, 90 опять надо, а у меня денег нет. А как я могу? Так, ладно, давайте поспим еще 2 часа. Тупо доспим, чтобы восстановить немножко энергию. Тяжко идет, нет никаких заданий нормальных, я не могу их, блядь, решить. Еще и камеры, твою мать! Серьезно? Так, если придет почтальон, я заберу все у него, что можно. Федеральная полиция разъедет киберпреступную группировку. Компания Окера получит нефть Табао. Доступен новый тур с химиотерапией. Хиромантии предсказаний. Новый протокол защиты данных. Бляха. Так, почта. Окей. Не пропусти наш эксклюзивный хот-дог 2 по цене одного. Хорошо. А, 16, фу, я думал об этом, как его. Я думал о том, что нужно обязательно выяснить, что происходит.
Бляха, мне нужны деньги, нужно идти работать. 14 за 2 часа. Мало. 84. Мало. Бля, мойщик посуды. Ну просто, ну мне надо с хозяйкой расплатиться, как ни крути. А позвонить-то! Ладно, там 8 часов. 8 часов. Сейчас хотя бы одно задание выполним, уже будет хорошо. Все, окей, пошли. Не стучи там. Кто там, блядь, нахуй? Уйди отсюда, у меня нет денег. Что ему нужно? У меня закончились деньги, телефон, я жду звонка по поводу собеседования. Ладно, отстань. Просто квест не будем проявлять, и все. Сюда позвонить, позвонить, позвонить. Срочно, срочно позвонить. Бля, успел. Вы позвали в Белгоблоразумие, ведущую страховую компанию страны. Соединить? Да. Элис. Ну, не знаю, с кем угодно. Тогда я включу вас на одного из наших менеджеров. Одну минуту. Добрый день. Уважаемый новый клиент. Беспокоитесь о будущем? Ну, конечно. Иначе зачем позвонили? Правда? Да. Все из этого маленького глазка внутри, который нашептывает... А вдруг это твой последний день? Сегодня тебя переедет в самосвал? Или эта жара доведет до инфаркта? И когда это случится? Что будет с семьей? Подумай. Черт возьми. Хорошенько подумай. Окей, да, я думаю. Думаю уже. Думаю уже. Хорошо, хорошо. А если я скажу, что у меня есть ответ на все вопросы? Наш абсолютный полный генеральный полис. Страхующий от всего, от чего должна защищать хорошая страховка. Как раз то, что надо, правда? Ну, конечно, самое оно. Чувствуете, как тепло поднимается от пальцев ног и в желудке щекочет? А, я так понимаю, время разговоров, времени не идет. Я просто из-за этого дверь быстренько проскипываю. Вот, вот оно, вот оно. Не сдерживайтесь, отдайтесь Вере. Абсолютный полный генеральный полис. То, что надо. Давайте вместе, громко, громко. То, что надо, окей. Конечно, это то, что надо. Почувствуй энергию, почувствуй покалывание и тепло. Подними руки и выпусти, выкрикни все. Давай, 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 еще, черт подери, еще громче. Давай, это то, что надо, то, что надо. Окей. То, что надо, да. Блять, короче, уговоры эти ебаные идут. Я добавлю вам список, отдел регистрации позвонит вам через несколько месяцев. Несколько месяцев? Угорайте. Увы, предложение невероятно популярно, нас просто захлестнул поток клиентов, надеюсь на ваше понимание. И, наконец, прежде чем распрощаться, должен сказать, что это был лучшей продажей в моей жизни. Уж поверьте, я не всем это говорю, мне очень понравилось, вы великолепно, обязательно перезвоню вам, чмоки. Блять, она пропала, все просрали. Все пошло по пизде, мы просрали ее. Так а нам же можно еще раз сюда позвонить, что проблема-то? Вот почему я вот это не могу ответить? Да отстань нахуй, все. Мы просрали и этот адрес, и тот, охерительно просто. Я не могу выяснить место это. Может быть, мне ответить на вопрос, где оно находится, солнечный берег, и все? Может быть, мне адрес-то не точно нужен, прям не прям квартира. Давай попробую просто ответить, как бы мне не жалко. Десятая клетка. Ответить. Солнечный берег. Но это не адрес, это просто как местоположение, поэтому. Где находится клетка 12? Как называется компания, где находится клетка 12? А, 12! Ой, бля, я думал тоже адрес. Ой, бля, ладно, окей. Делов-то, в конце-то концов. А вот это мы выясним, вот это мы. Ладно, ну хотя бы 70 долларов мы заработали. Я что-то прям хрена себе, ничего себе, действительно. Сука. Жрать нужно. Чуть-чуть жрану. Что у нас там, ночь? 19.30, бля, можно поработать еще где-нибудь. Все, давай еще 84 доллара. Я не понимаю, мне деньги нужны, просто много денег надо, кучу. Письмо. Письмо, письмо, письмо. Деньги пришли, наверное. Деньги пришли за то, что я правильно ответил. По-любому. Так, все, закрывай. Неплохо. Два письма. Неверно. Ну, понятно, конечно. Это неверно, потому что это просто название города. Но я ничего не мог сделать. Верна. Окей, верна. Это по поводу милого благоразумия. Хорошо, наконец-то мы от нее отъеба... Это было жестко сейчас, конечно. Так, а два пса ни одного. Хот-доги. 12. А, ну это выгодно.
12, 18, 24. Вот так куплю, чтобы хозяйки осталось. 54. Да, хватит, окей. Просто еду он прям неимоверно жестко хуячит. Окей. Подождем. Подождем, пока пройдет время, придет курьер. Это круглосуточная хуйня. Здоровье, пока все хорошо. Здоровье, пока все. Как выяснить, где находится это здание? Ладно, с этим мы разобрались, это хорошо. Это мне не особо важно, потому что на это мне насрать. Тут что-то поменялось? Вот, встал! Серьезно? А ты куда? Это, блядь, аниматроник какой-то, да? Пасхалка жесткая такая. Хорошо. Здесь ничего не происходит. Но здесь мы просрали задание. Ой-ой-ой! А, тихо, это мель. Да хорош, сейчас принесут, завязывай. Сейчас принесут, не въебывайся. Так, сейчас должны постучать. Блин, реально, ни хрена себе. Он идет. Он идет ко мне, скоро мне камеру, сука, сломает. Почему нельзя отказываться от старых камер? Да-да-да. Здорово. Приветствую, принес вашу еду. Окей. Вот тебе $3, хуй с тобой. Ой, как четко! 90 осталось, ладно. Так, ну теперь можно и пожрать. Нет, не сюда. Ебать, минус 2! А что так долго-то? А, время 6, поспим 4 часа. Немножко восстановим сон. Пляпи, минус 2 здоровья за один хот-дог. За пиццу, по-моему, столько не убывает. Угораете, что ли? Так, ладно, уровень... 16 из 25! Сколько столько у меня нету! Часть исчезновения Уинкла расчистила путь для Уокера. 95% вооруженных считают экономическую ситуацию очень хорошей. 4D входит в нашу жизнь. Всем привет, включены школьные программы. Окей. Так и бы нужно, нахуй. А то одни предметы. Вот это, блядь, интересная камера. Тут не поспоришь, да. Тут что-то нового происходит, нет, по этому вопросу я ответил. Но это дело еще не завершено, между прочим. Вот это нормально. Ветряная мельница, все. Так, это... Печат... Это какой-то этот... Газетенка какая-нибудь по-любому. Местная. Local газетл. Так, тетка. Еще тетка, мужик. Что-то печатают. Еще мужик в этом рваном... Это хипстерская какая-то газета? Или они просто хуево печатаются? Бля, у них такая тверь, нихера себе. Доброе утро, друзья! Доброе утро, да, доброе утро. Мне звонили из офиса босса. Сегодня нужно закончить 800 страниц по самостоятельному ремонту и рекомендациям по уходу за домашними животными. Это копирайтеры какие-то, да? Наверное, жесткие щеночки. Замечательно. У меня аллергия на животных. И еще 800 страниц о том, что такое радость и как достичь духовного благополучия. Опять. Восхитительно. Радость? Что это? Они также сказали, что нам нужно работать быстрее. Ведьма все сильнее нервничает. Ведьма это какой-нибудь главредактор, наверное, да? Он самый настоящий надзиратель и надо работать в тюрьме. Но тогда я пришлось бы учиться писать. Стерва. Так, они любят своего редактора, понятно. Литературные братья, спокойно. Мы не нашли ни другого заказчика, оплату мы получаем только от нее. Пока мы не нашли другого заказчика, окей. Какое-то частное копирайтерское агентство? Ну уже не вешайте нос, будем надеяться, что музы сегодня будут к облаклону. Сделаем небольшой перерыв в 15:00. А теперь за работу. Заработаем себе на еду. Ну хотя бы так. Еду. Если бы. Кто-нибудь хочет есть? Блять, ну мне по этим заданиям не приходят. Это мы все проверили. Я не знаю, почему по нему задания не приходят. Это очень странно. Значит, ебашит какая красавица. Так, это 15-я камера. Музыка, зарплата, кофемашина. Здесь пока ничего не ясно. Печатная машинка, зарплата. Ну здесь реально пока ничего не ясно совершенно. Ладно. Ладно, нам нужно 25 камер, нужно зарабатывать деньги. За это денег вообще мало дают, серьезно. Прям вот копейки какие-то, крапуля. 28 за 2 часа, вот это неплохая хуйня. Там что-то пришло. Там что-то пришло, там что-то начало работать. Давайте как бы, ну как мы пока что очень мало получаем денег с заказов, поэтому... Тебе удалось отлично позаботиться о моих клюшках и не оставить по задору юношеского шага. Ты выглядишь здоровее, пребывание в открытом воздухе тебе идет на пользу. Возвращайся в любое время. Окей, плюс одно здоровье.
Так это и есть тот неплательщик? В этом городе принято платить свои долги. Иди пакуй сумки, кидала. Ебать. Федеральная полиция уже какое-то время следила за вами и ваше внезапное выселение ускорило ликвидацию клуба изучения приматов. При расследовании обнаружила связь клуба с очень влиятельными политиками и деловыми людьми, имена которых так и не были раскрыты. Судья приговорила к 10 годам тюремного заключения за участие в организации. За участие в организации, ага. Но в порыве героизма ваш сосед решил признаться в преступлении, чтобы спасти вас от тюрьмы. Я же говорил, что я твой должник. Ты самый близкий друг, который у меня когда-либо был. Не беспокойся обо мне. Наслаждайся своей свободой. Красавчик, да? Август Хенкель вернулся в страну и занялся политикой, основав национальную евгеническую партию. Его кампания провалилась, он слишком лоялен по отношению к меньшинствам, иммигрантам и гомосексуалистам. Нам нужна более жесткая позиция, сказали консервативные избиратели. После того, как продажи ее песен упали, Элли Эпплгейт Эшли последовала совету своего агента и обратилась к эротике, став звездой собственного реалити-шоу «Скрытые грани» Эшли Эпплгейт. Теперь ее фотографии в одежде продаются на черном рынке за большие деньги. Без какой-либо видимой причины президент Уокер неожиданно ушел из собственной жизни, а теперь владеет коктейлем из общественной жизни, теперь владеет коктейль-баром в заливе Heaven Hills. Джейкоб Хьюз также ушел с поста президента Хекса и работает в заведении старшим официантом. А Хекс-то чё? Что до вас, чтобы лучше соотносить свои возможности с действительностью, вы переехали в другую квартиру. Все будет хорошо, точно. Это только временная мера, говорили вы себе каждый день, старея в окружении тараканов, старой одежды и гниющей пищи. Сука. А загрузить игру я уже не смогу, да? Ну я смогу загрузить игру, но начнем. Давай лучше начнем новую. Если тут будут другие камеры, это будет интересно. А у меня денег нет. Может, попробуем все-таки? Давайте. Блин, мне интересно, если я начну новую игру, у меня реально что-то сетывается или нет. Вот это очень интересно, но очень когда. Блин, давай попробуем. Я просто хочу, давай вот, ну серьезно. Давай возьмем уточку в очках. Ну, блядь, генерируем игру, это значит, она загенерируется по-другому. Если бы здесь была просто загрузка, была бы загрузка. Ну, просрали и просрали, ну что ж теперь. Все обучение мы, в принципе, видели, все знаем, все хорошо, все приняли, окей, принимаем условия. Окей. День первый. Просто хочу другие камеры, как бы меня особо остальное ничего не интересует. Мы понимаем, как это работает, а нам нужны просто другие истории. Я не думаю, что эта игра такая однобокая, что в ней будет все одно и то же. Да, 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 отлично, спасибо, вот это поехали, вот это выглядит интереснее, конечно, гораздо, это выглядит куда интереснее. Ладно, портрет, зомби, лампочка, мужик, кулак, холодильник, кровать, пятно, и нихуя не тыкается, нормально, без проблем. Так, здесь у нас тюрьма, тапки, дни, магазин откроется в 0000, козел, а, это собака, так, а что-то ничего не происходит. Я что-то не так делаю. Почему? Я как бы вообще не могу ничего открыть, да? Ну, типа, я тыкаю, и у меня ничего нет. Собака, камера, будка, дерево, кормушка, мячик. Тюрьма, заключенная, кровать, тапки, решетки. Что-то ничего не происходит. Может, поработать пойдем? А что время терять? Теперь мы знаем, что время терять нельзя. $95, поехали. Это просто очень хорошая зарплата. Тяжелые коробки, да, но пиздец. Да-да-да, кто ты? О, это хозяйка, окей. Это хозяйка, без проблем. Так, ну здесь ничего не меняется. Что такое? Кто мне там звонит, заебало? Привет, Пит. Спасибо, что заглянул. Спасибо? Ага, как же. Будь это искренней благодарностью, меня бы не заставили сюда таскаться по два раза в день.
Это может тоже такое же, мы следим за своим же. Хватит, Пит. Мы все с чем-то. Мы все чем-то жертвуем ради Crystal Kitchen. Но вы на 15 этаже. На чертовом 15 этаже в такую жару! Ща, подожди. Ты же знаешь, что ни я, ни ассоциация не в силах оплатить аренду чего-то получше. Что за ассоциация, непонятно. Да прям. Я же не призываю в Diamond District переехать. А всего-то арендовать помещение в доме с лифтом. Это идеальное место, нас тут не замечают. Помнишь про пожар в предыдущем офисе? Это что-то жесткое прям творится. Расскажи-ка, что нового в квартале этим вечером. Наши люди работают изо всех сил. Ублюдки, которые всем заправляют, очень встревожены. Но пьесу еще нужно закончить. Нужны плакаты, баннеры, деньги. Мы приперли их к стенке. Не знаю, где еще можно раздобыть денег. Ищу финансирование везде, где только можно. Но эти чертовы СМИ со своими передергиваниями сложно убедить людей. Теперь назад, в Crystal Kitchen. Увидимся завтра утром в 10:30. Crystal Kitchen — какая-то кристальная кухня. Господи, прости, в такое пекло. Может, телефоном обойдемся? Сестра говорит, я идиот, что позволяю себя так эксплуатировать. И думаю, она права. Пока, Пит. Так, ладно, пока, Пит. Пока, Пит. Пока, Пит. Все понятно. Что ты мне там тут написал? Так, копия договора. Это значит, мне не нужно. Это тоже. Это тоже. Это ничего интересного. Так, мне звонила бабёнка. А что она хотела-то? А где у меня это приложение-то? Как им пользоваться-то? Нету приложения. Так, что он там делает? Он жрет. Жрет, окей. Жрет, молодец. А мы пойдем, наверное, поработаем, да? Потому что силы есть. 48 за 4 часа. Давайте, без проблем. Здоровье есть, сон есть, еда есть. Нужно заработать как можно больше денег на начало. С деньгами здесь реально провал временами. В течение вашей смены вы были бодры, сосредоточены и активны. Мне ни к чему придираться, вы заслужили свои деньги. Спасибо. О, магазин. Так, спящий. Касса. Порноплакат какой-то. Ага, ага. Так, посмотрим, не забыть бы чего. Мне пиво и 2 ящика виски. Так, оружие. Клиент. У вас есть веревка? Такая толстая и бинт. 2 рулона. Нихуя там что-то надел. Это какой-то, ну, общий супермаркет. Я знаю, что это не тот магазин, но остальные закрыты. Он спит, ему вообще насрать. Вроде все потыкал. Бля, это с камеры в ночную смену. Не волнуйтесь, ищите тщательно. Ищите тщательно, я не тороплюсь. Да он тебя ничего не будет искать. Честно говоря, я немного спешу. Слушай, не хочу тебя вгонять в стресс, но меня ждут на... пикнике. Да, пикники. Эй, есть кто? О боже, этот район! Пизду. Натуре. Так, ушел. Еще один. Человек в маске, окей, ворует, грабит, хорошо. Ты, блядь, что, кассу чешешь, что ли? Возьми деньги, да иди. Так, ладно, оставлю пока вот так. Это мы знаем. Так, клиент, киз, виски, пиво, веревка, бинт. Круглосуточный. Подожди-ка. Да закройся ты нахрен, ёб твою мать. Ой, блядь. Где ближайшая больница? Тут по херам вообще на всю, да? Не забудьте про пиво, пожалуйста, пиво в приоритете. Но это виноводочный, потому что он за ящиком, тут кругом одна он синька. Окей, виноводочный. Ограбление. Ограбление виноводочного. Кнопка. Обновление браузера, хорошо. Это мы поняли. Да поняли мы все. Так, виноводочный.
А я себе круглосуточный поставлю. Не, подожди, у них круглосуточный, потому что работает только в 12. Все, окей, это невидимоночный. Нам дали все подсказки. Он работает с 12 ночи. Он не по специализации, всякие веревки и веревки. Пиво здесь, пожалуйста, есть пиво, все нормально, все есть хорошо. Мы выяснили, но пока что непонятно зачем. Спящий это продавец. Нам бы тоже, на самом деле, немножечко поспать. Но это будет в следующий раз. Я думаю, можем навернуть кофейку, если что. Я слишком много в прошлый раз спал, получается. Слишком много спал. Это меня сгубило. Так, хорошо. Хот-дог и яблочко. Ебанем. Че, по работе? Нельзя. Ладно, так, у меня есть $233. Мы можем, по идее, купить себе. Раз. Два. 133. Будет 80, не хватит. Хорошо. Будет 80, не хватит, хорошо. Здесь собака просто тупо, короче, гуляет. Не знаю зачем. Нам на самом деле реально можно поспать чуть-чуть немножечко. Время 6, давайте поспим 3 часа. Просто 3 часа храпанем, чтобы немножко восстановить это, уравновесить как-то, урезонить все вот это дело, и все будет нормалек. И все будет прям замечательно, все будет заебись. Так, 4 клетки, да, хорошо. Опа. Я выкину что-нибудь безумное, просто владелец, которому принадлежит ночной магазин, даже байкеры вместо чоп не сработали. Crystal Kitchen бьется за права, за свои права. Во время последней видеоконференции пресс-секретарь организации под названием «Ассоциации за реабилитацию квартала» заявил, что жильцы не остановятся, пока квартал не придет былое достоинство. Дан старт приверной компании, свидетели Айлона, Уайлона, опять они, опять эти свидетели. Так, хорошо, ну тут много чего собрали. Между прочим, вот во втором-то. Crystal Kitchen. Окей, еще полезного нет. Ассоциация Crystal Kitchen. Рик Стивенс, спасти район. Так, тут какие-то борьбо-борьбо-борьбо-борьбо-борьбо за борьбу. Тут ничего нового не происходит, подожди. Рекорд низкие цены на фрукты, скидка 35%. На самом деле можно, подожди, на самом деле можно. Но подожди, но пока, подожди. Подожди пока, подожди, говорю. Уйди. Так, опять ебаная трасса какая-то ненужная нам, сука. Или фак. Опять кто-то стучит, опять будем собирать. Так, ну это борцы, за борцы какую-то справедливость. Ой, да я в курсе. Так, Рик Стивенс, подожди-ка. Давай початимся с Риком Стивенсом. Пользователь офлайн. Спасти район, хорошо. Рик Стивенс. Окей. Ну здесь пока что ничего, я просто не понимаю, что искать. Я не хочу тратить время. Да-да-да-да-да-да. Привет, ты тут? Да, я тут. Я это прощелкаю, потому что это мы все видели. Это первый диалог, который типа для знакомства, там все дела. Окей, мне нужно идти. Хорошо, да-да-да-да. Она не спала, и ты типа там ты поспи. Хорошо, я понял. Так, ладно, поехали дальше. А на голове у тебя кажется, что это широкополая шляпа, сестра одолжила, это солнце меня в гроб сведет. Это второй день, когда там на жаре что-то происходит жесткое. Тысячи чертей, Пит, предлагается не привлекать внимания. Действительно, из-за шляпы-то. Ну так пусть ассоциация мне как-то такси оплачивает. Где хозяйка? Она меня напрягает. У меня в этой жарище мозг плавится. Ну, довольно. Как дела в квартале? Почему мне не дают задания? Я на них наблюдаю, все знаю. Очень хорошо, жильцы в ударе, настроены на победу. Мы поставим этих богатеньких влиятельных упырей на колени. Так, это заправка, хорошо. Номер. И все. Заправка, номер. Окей. Так, передергивание мы уже видели, хорошо. Нам нужно будет найти человека, который постоянно едет на эту заправку, что ли? Так, 2000 М. Штрафы? Нет штрафов. Окей, нормально. Клетка 1. Так, какая компания отвечает за охрану, наблюдаемой клетки 1? Чё байкеры какие-то там? Чё байкеры? Секунду. Клетка 1. Да что ж такое-то? Так, ну здесь тупо номера собирать, я понял. А, кожаный ангел, ранее известный как пыльный демон, независимый частный охранный предприятий, полон защиты вашего бизнеса, круглосуточно обращайтесь. Охрана и горючка. Окей, это мы выяснили, хорошо. Это мы быстренько сейчас можем ответить сразу на эту почту, почему бы, собственно, и нет. Так, а какая компания? Компания «Кожаные ангелы». Окей. Это мы быстро решили, это без проблем.
Во всем остальном пока непонятно, что здесь должен... Вот эта клетка вообще... По-моему, здесь просто есть клетки, которые бесполезные, которые просто, знаешь, забивают тебе все. Ну, просто потому что. Они типа тупо не нужны, но они тебе забивают весь экран, и все. Доставка еды. Отлично. Цыпленок, инфаркт, крылышки камикадзе. Нормальные названия. Веселая еда, походу, дела, прям хорошенькая. Да, соуса не будет, закончился. Так, соус тромбоз. Не выходим. Вы с тех пор, как шеф-повар написали в газете, у нас шеф-повара работают не в проворот. Окей, что-то пришло, подожди. Там письмо по поводу изучения. Ну давай, что есть. Так, окей, верна, хорошо. Верна $70, нормально. Что за дрянь-то суете? Что за люди, что люди подсаживаются? А я почем знаю, секретный ингредиент доставляют в деревянных ящиках. Странный секретный ингредиент, что люди подсаживаются на эту еду. Со знаком огнеопасно на крышке. Правда? Ну вы даете. Вы нас всех перетравите. Так, еще один номер. Так не заставляйте себя есть, дебил, хорошо. Чаевых не будет, понял, упырь? Еще кто приехал? Так, это ко мне? Бля, идите в пизду. А можно мне не оставлять цветок? Мне он не нужен. Он у меня рос и рос в прошлый раз, и все. Да они все равно оставили, им насрать вообще. Они оставляют, и все. Так, поехали, пробьем номера. Штрафов нет. А что, только один номер пробивается, что ли? Его нужно постоянно пробивать? О, климат, потакание, холмы. Окей. Да, блядь, закройся ты. А постоянно новые номера приходят, да? Допустим. Возможно, здесь стоит кого-то найти. Так, Heaven Hills. Окей. Климат, холмы, а что это такое? Один из самых классических образов континента — это очертания, расположенные на берегу Великого Северного залива города Heaven Hills. Окей. Пока это не очень интересно. Блин, а чё я постоянно закрываю все? Вот в чем прикол-то. Мне же можно перещелкивать вкладки, а я про тихо и не вижу совершенно. Вот так. Во, делов. Другое дело совершенно. Так, тетка ходит. Здесь вообще никакой движухи. Здесь просто человек сидит в тюрьме. Все, пиздос. Это что-то сидит тут. Еще одна машина. Да вы задолбали с этими машинами, серьезно. Где хозяйка, мать ее? Я должен найти какую-то машину со штрафом, серьезно. Бля, ну хозяйки-то нет. Давайте я еще пару камер куплю. Пока деньги есть. Так быстрее заработаем. Окей. Завтра они как раз откроются и будет замечательно. Так, а что у меня там по штрафу? Она еще не приходила, замечательно. Расклеечка объявлений. 4 часа 42 доллара, без проблем. Это пойдет. Это пойдет, это самое оно. Короче, нам нужно заканчивать, нужно дождаться следующего дня. Мы сегодня просидели, протупили маленько. Поэтому... Опа. Типа насрать, да? Хорошо. Так, это дело завершено? Нет. Подожди, а что здесь можно сделать? Это чат-группа «Кожаные ангелы». Охрана 24/7. Всегда на страже интересов уважаемых клиентов. Так скажи мне, хрен ли тебе надо? Ограбление. Прочел в одну по ограблению в Дорте. Что думаете? Что мы думаем? Что это самое удачное, что с нами было с тех пор, как тот грузовик с шинами перевернулся на трассе в 1986-м. Бизнесмены так напуганы, что мы еле поспеваем. Нам все время нужны платные информаторы. Кто мог подумать, что охранять этих ублюдков выгоднее, чем грабить? А подробнее про платных информаторов? Конечно. Мы держим команду платных информаторов. Сеть охранников нам сообщаешь, если что-то происходит. В одном из подшефных магазинов. Мы им платим пару баксов. За каждую наводку. Как говорил, нас мало. Эй, ты тоже хочешь стать? Да. Теперь ты официально в нашем списке платных информаторов. Ты знаешь, что делать. Сообщай о любых проблемах у тех, кого мы охраняем. Так, а пользуйся этим чатом. Ну хорош болтать, за дело. Не трать наше время. Доброй охоты. Окей. Так, подработочка. Подработочка на пару баксов. Вот здесь что-то происходит. Но это опять-таки работа в ночную смену. Понимаешь? Опять-таки работа в ночную смену. Так, мне нужно заказать пожрать, а лучше сходить купить. Ой, скидка на фрукты. Давай куплю 7 фруктов за 28. Да, 7 по 6.
Ну да, есть какая-то скидка, но пригодится пока что. Потом уже заказать, конечно, еды посочнее, пожирнее, которая меньше убавляет в здоровье, но побольше прибавляет еды. Так, закрой холодильник. Закрой холодильник и вот сюда пойдем. Бля, хот-доги вообще вредные, короче говоря, получаются. Так, возьму 3 пиццы. Окей, через час. Что происходит где? Опа, нихуя. С ДТП. Нарушитель. Внезапно. Так, быстро, мне немедленно нужны сигареты или любой алкоголь. Так, там какой-то нарушитель, подожди-ка. Ага. Колин Тревин. Превышение скорости и побег от представления властей. Экзибиционист, прикосновение, столкновение. Хорошо, зачем мне это нужно? Спокойно, кто там? Те там? Спокойно, тихо. Опять здесь. А, нет, чувак лег спать. Хрен с ним, ладно. Здесь нет штрафа, замечательно. Колин Тревин. Номер. А, шантаж. Шантаж, понял. Шантаж, тихо, курьер. В смысле никого не было дома? Ты чё, охуел? Как это не было дома-то? В смысле не было? Ты чё, охренел, что ли, блядь, придурок? Ну как же не было дома-то? Как это не знаю-то? Ну в смысле, блядь, не знаю? Ну я знаю, что мы за магазин-то, алло! Да в смысле, блядь, я не знаю, я знаю, виноводочный, кожные ангелы. Это пиздос. Ну как же я не знаю, это вот же написано, НХ. Я, блядь, не могу просто над этим. В пизду. Короче, я спать, нахуй. Не знаю я, что тут... Это херня какая-то произошла сейчас непонятная. Я сейчас психанул, блядь. Так нельзя, я знаю, что за магазин. В смысле, я не знаю, что за магазин. Видовоночный магазин, ёб твою мать. Давайте сохраним мне уже в конце-то концов. Еще час посну, заебали. Бляха, меня это вообще... Охренеть, он постучался в дверь, я вышел, блядь. Нет, ты приходил, я не приходил. Пошел ты в жопу, понял? Сколько нас грабили, блядь. Ёб твою мать. Все, ссылка на анализы в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки, если вы встретились. Все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.